Добрый день, товарищи. Вот смотрите, два одинаковых стартера. Только один из них новый, второй старый. Вот тот, который старый, это вот этот. Это стартер, он называется. Так, сейчас посмотрите. СТ-362А. Это стартер пускача. А второй, он называется СТ-366Г. Это запорожцы. Один и тот же завод выпускает. Все, походу, одно и то же. Я, правда, еще не разбирал. Но у них, вот смотрите, вот они лежат. У них с разной стороны вот это окно Бендекса. Вот. Ну и здесь на пускачевском находится 9 швецов на шестерне Бендекса. А здесь 8. Вот они в разные стороны. Тут не видно, что они, смотрите, видите, они крупнее, значит, их меньше. Эти мельче, значит, их больше. Вот. Но я так думаю, вот я хочу переставить вот эту часть полностью взять. Вместе с втягивающей. Вот этот Бендекс все попробовать переставить на вот этот старт. Тут у меня втягивающая, по-моему, сгорела, подгорела сильно. Вот. И там щетки, наверное, не знаю. Ну, вот такая визуальная разница. Такая, в разные стороны окошки и разные бендексы у них. Ну, это все, до свидания.